Разыскивается ребенок. 21 июня 2014 года отец малыша Василий Лысюк вывез сына за пределы Магаданской области. Последний раз их видели в одной из деревень Тверской области в ноябре. С тех пор местонахождение отца и ребенка неизвестно. Особые приметы. Василий Лысюк. Рост 180-185 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы темно-русые, глаза серые. На левом запястье шрам в виде буквы «Н». Нос сильно искривлен. Мужчина склонен к злоупотреблению спиртным, может носить усы, имеет хроническое заболевание, гепатит С, приметы ребенка. На груди справа родимое пятно светло-коричневого цвета размером около 1,5 сантиметра. На внутренней стороне левого бедра также родимое пятно. У мальчика заболевание паховая грыжа, а также врожденная аллергия. При ее обострении на лице могут выступать красные пятна. Если вам что-либо известно об их местонахождении, просим сообщить по одному из указанных на экране телефонов.